Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я отпускаю все плохое и иду только вперед. Вот повторяем один раз и посмотрите, насколько вам легче будет идти по вашей дороге к своему счастью. Ну а теперь небесное послание на 31 октября. Прислушайтесь к себе. Чего вам действительно хочется? Прислушайтесь к себе и разрешите себе это. Представьте, как часто мы выбираем логичное вместо желаемого, экономное вместо любимого, правильное вместо того, к чему стремится душа. Огромное количество людей проживает свою жизнь, даже не осознавая, что на самом деле их каждодневный выбор не имеет ничего общего с их истинными желаниями. Чтобы прервать эту цепочку, достаточно просто остановиться на миг и задать себе вопросы. Кто я? Что приносит мне удовольствие? Чем я хочу заниматься, чтобы быть счастливым? Уберите голос разума, доверьтесь голосу сердца. Никакой логики, только ваши чувства. Прислушайтесь к себе и не думайте, что ваши истинные желания невозможны. Невозможными их делает только наш разум, ложные убеждения, наши страхи, которые не дают нам двигаться вперед и жить так, как нам по-настоящему хотелось бы. Совет. Чтобы начать позитивные изменения и выстраивать новую, счастливую, яркую, наполненную удовольствиями жизнь, прямо сегодня заведите дневник, в котором вы будете записывать свои идеи, рассуждения касательно того, кем вы хотите быть, что иметь и какой вы видите свою жизнь в идеале. Записывая свои мысли, делайте это с любовью, с теплотой сердца, а главное, будьте искренни самим собой, ведь только честность способна в итоге привести вас туда, где вы желали бы оказаться. И в течение всего дня просто повторяйте такие слова. «Моя внутренняя сила раскрывается, и я воплощаю все мечты». Вот повторяем 7 раз, и вы обязательно сможете позволить себе то, что вам так давно хотелось.